Отче наш или молитва Господня – это главная молитва в христианстве. Согласно Евангелию, Иисус Христос дал ее своим ученикам на просьбу научить их молитве. Текст этой молитвы приводится в Евангелиях от Матвея и от Луки. Первоначально молитва звучала на арамейском языке, родном языке Иисуса. Она содержит призывание, семь прошений и словословие.